как вечность оживает память. И предков слышится наказ. Мы не Восток, и мы не Запад. Центр мироздания, Кавказ. А меня зовут Руфат, по фамилии я Алиев. Мне 30 лет. Занимаюсь фотографией, это мое профессиональное хобби. Также люблю петь. Основная деятельность – это представление Азербайджана за рубежом. Я представитель азербайджанской диаспоры. Моя семья имеет древний род со стороны коренные бакинцы. С момента принятия ислама. С моей стороны у нас дворянский род. Здесь европейский стиль жизни, религиозный ислам и азербайджанские традиции слились воедино. Как вам известно, в Азербайджане снималось немало мировых фильмов. И большинство из этих эпизодов снято в старом городе Баку. Такие известные советские фильмы, как «Человек-амфибия», «Тегеран-43» и «Бриллиантовая рука» снимались здесь. Узнаете это место? Подсказка «Черт побери». Друзья, мы находимся в храме Атешгях. Это храм огня. Святое место для зороастрийцев. Он уже существует на этом месте более 2000 лет. Азербайджан – страна огней. Само слово «Азербайджан» переводится как «души, охраняющие огонь». Огонь и его цвета прослеживаются буквально во всем, что есть в Азербайджане. Начиная от наших танцев, олицетворяющих факел, огонь, струю огня и так далее. Заканчивая нашей замечательной кухней. Я сделаю все, чтобы вы смогли ощутить Азербайджан на вкус.